Я зашла заплатить за коммунальные услуги, короче говоря, смотрите, в жилищном участке, ну это ТСЖ, на мой взгляд, шикарное здание с хорошим ремонтом, то есть им предоставлено все, посмотрите, вот это туалет, я спросила, можно сходить в туалет, вот ТСЖ у нас, посмотрите, говно на полу, вот это вот вообще... Как нужно вообще в туалет ходить, чтобы вот так все обосрать. И главное, никто не моет. И вот еще. Звездой интернета. Это что? Это нас что ли снимают где-то? Здесь пока мы будем писать. Посмотрите, ТСЖ. Люди, которые нам предоставляют услуги по обслуживанию дома. Ужас. Я в шоке. Какие очереди. Вот наше ТСЖ. Дирекция. Жилищно. Получается, как они правильно называются, общество с ограниченное. О, ЖСК. Они даже разбитое стекло не могут себе сделать.